Следующий способ, это был в каркаде. Вот это, я вам скажу, самое красивое получилось яйцо в каркаде, в чае каркаде. Это тоже получается совсем недешево. Я купила пакетик чая за 109 рублей. Там было 50, по-моему, грамм, если не ошибаюсь. И как раз, в общем-то, это хватило на 4 яйца. То есть можно, конечно, сильнее разбавить, но тогда яйца будут светлее. В общем, тоже, чем дольше держишь яйцо, тем темнее получается окрас яйца. Вот он получается реально красивый, такой мраморный. Да, и цвет. Самое главное еще, когда достаете из чая яйцо, просто ополаскиваете его, потому что он, как бы, знаете, в такой пленочке находится, но вот так не промываете. Потому что я стала промывать, и практически все смыло. А сейчас нет, сейчас вот они уже, после того, как высохли, они уже не красятся. В общем, на мой взгляд, самые красивые получились это вот именно с чая каркаде. Очень красивые. То есть тоже, чем дольше держите, тем темнее получается цвет. Очень красиво.